Пограничной заставе в Русско-Полянском районе Омской области присвоено имя героя Советского Союза, омича Николая Лукашова. Накануне на военном объекте открыли мемориал в его честь. Лукашов воевал в Афганистане, потом во время гражданской войны в Таджикистане защищал российские военные объекты. Присвоение имени происходит только в особых случаях. К этому событию готовились более полугода. Бюст заказали скульптору из Москвы. На открытие мемориальной доски и памятника пригласили родственников и ветеранов пограничной службы. Память Николая Лукашова почтили парадным маршем и оружейными залпами. Николай Николаевич не забывает. На его малой родине у нас в Большерецком районе школа носит Новолугинова его имя. В Любинском районе, в Камышловке, где они жили. Я чувствую большую гордость за то, что имя моего супруга носит застава. То, что эта застава находится на его родине, где он родился, где жил, где учился. Это одна из застав, которая представляет сегодняшнюю современную пограничную службу. Мы хотели таким образом провести, ну, своего рода связь времен. Русско-Полянская застава – одна из первых в регионе, построена по новому образцу. На территории пограничного городка располагаются и административные постройки, и жилые дома для военных. Сегодня для службы на границе срочников не привлекают, ее несут только профессионалы. И для их семей создают все необходимые условия. Жизнь в таких городках практически не отличается от проживания в современном мегаполисе. Быт складывается хорошо, все условия у нас созданы. Новые дома, вода есть, детский садик рядом, гимназия. Люди здесь очень добрые, приветливые. Коллектив очень сплоченный. Живем в городке, все друг другу стараются помочь. Много очень ветеранов, которые действительно прошли там боевые точки, делятся своим опытом.